Аэропорт работает круглосуточно. С самого раннего утра начинают прилетать самолеты. К нему уже подходят специалисты, и как только он пристыковывается к нужному телетрапу, начинается ответственная и важная часть. У команды авиатехников есть от 15 до 20 минут, чтобы проверить внешнюю обшивку самолета, двигатели, хвост и крылья, разгрузить и заправить его водой и топливом, прежде чем передать работу другим службам. При осмотре работает один, а так, по идее, нас сменит четверо. То есть, получается, по утрам мы встречаем сразу, иногда бывает то, что 4 самолета, по 3 самолета встречаем сразу. А так самолет по двое встречаем. Один трап ставит, один ставит на стоянку. Вот сейчас ребята выпускать будут самолет. Ну, конечно, наша профессия очень важна. То, что перед вылетом мы же подготавливаем самолет, осматриваем, есть ли повреждения, как она запускается. И, ну, как бы это важно для авиации. Авиатехники выполняют работу при любых погодных условиях. Иван Парфенов руководит процессом обслуживания кораблей, работает над организацией смены и составляет план по прибывающим и отправляющимся рейсам. Смена функционирует как часы – слаженно, точно и быстро. Получается, у нас все в карте наряда прописано, все эти работы, какие будут проводиться. И сегодня у нас заминочка произошла из-за того, что ледяной нарост образовался на водяном лючке. В данное время ребята устраняют. И из-за того, что расстояние длинное от Якутска до Москвы, самолет без заправки воды не может полететь. Сейчас заправляем и начинаем буксировку воздушного судна. Работа кипит не только снаружи, но и внутри аэропорта. Множество служб от сотрудников входного контроля до медиков работают над безопасностью и комфортом пассажиров. Важным узлом регистрации авиаперевозок является служба организации пассажирских перевозок. Одной из 50 сотрудниц отдела является Татьяна Щельмак. Я работаю 13 лет. Изначально училась в Якутском авиационно-техническом училище гражданской авиации. Наша профессия, она заключается в регистрации пассажиров, в посадке, выдаче багажа, информировании пассажиров. В день выходит около 20 рейсов. Ежедневно аэропорт обслуживает до 1000 человек. Аэропорт Якутск является ведущим транспортным предприятием республики, входящим в тройку крупнейших аэропортов Дальнего Востока. В 2024 году в рамках реализации стратегии развития аэропорта Якутск до 2032 года продолжит работать над проектами, направленными на повышение качества обслуживания, обеспечение безопасности и регулярности полетов. Тимур Калмогоров, Георгий Григорьев, Якутск.